Всем здорово, с вами Влад, и сегодня мы поиграем в Call of Duty. Сегодня у нас какое число? Не могу понять. Не написано что-то тут. Сейчас, возможно, будет написано. Мартин, прикрой его. Элдер, поторапливайся, мать твою. Слушай, сержант. Да, точно, мы же продолжаем. Погнали, пацаны. Ну, так-то нормально, в принципе. Едем потихонечку. PVT. Это что такое? PVT. SGT это сержант. Сержант. Типа сержант. Я пойду доложу майору Шепарду и получу новые распоряжения. Пока можешь расслабиться, только никуда не уходи. Ладно, ладно, сержант. Какого черта я еще могу сделать? Тихо. Ну вот и все, в принципе. Продолжаем. 6 июня 1944 года. 9 утра. Поместье Беркут, Франция. Прикрывайте нас с фланга 30-м калибром. Второе звено, вы в резерве. Понятно. Элдер и Мартин за мной. Все готовы? Ну вперед! Смотришь, как весело будет. А так это наш был, блин. Я из-за него отвлекся, умер. Ладно. Ничего страшного. Переиграем. Ну ладно, чё. Бежим в укрытие. Ура! Сохранимся на миллиметре от смерти. Сохранимся с нуля хп почти. Это самое лучшее решение в моей жизни.
Давайте, пацаны, выносите их там. Да. Ху-ху-ху. Ладно. В смысле, а какого фига он меня задел? Сейчас-то чё? Пацаны, давайте идите отсюда. Я пойду за ХП. Тут по-любому где-то чего-нибудь должно быть. Не может такого быть, чтобы тут не было ничего. Блин. Придется так выносить их. Там, может, у тебя что есть? Вы что тут вообще стоите? Ура! Блин, ну вот что-то так криво-то все. Одного не добил, и все. Ты бы, сержант, ушел бы с линии огня. Мартин, хватайте документы, быстро! Погнали, чё? Блин, мне запчатку взять. Не знаю, что в запчатку, что ли, не знаю, ничего. Я не понимаю, где запчатка. Ничего мне надо сделать. Я не могу. Как столько выстрелов, ты капец. И чё? В смысле, я прыгаю, как тебе прибраться-то? Я не понимаю, как отсюда выбраться. А, его прикрытие. Ясно. Почти сдох, сержант Моди. Сержант модифицированный. Давайте, короче, эту пушку уничтожим и закончим на эту серию. Это серию идет. Ладно, в общем-то. Спасибо за просмотр. С вами был Влад. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка находится в описании под видео. Всем удачи и всем пока.